Бах. Органная прелюдия и фуга си минор. Исполняет победитель всероссийского конкурса на лучшее исполнение музыки эпохи барокко Никита Украинский.
Скарлатти, соната до минор, исполняет победитель всероссийского конкурса на лучшее исполнение музыки эпохи барокко Максим Кузнецов.
Бах. Бранденбургский концерт номер 3. Соль мажор. В трех частях. Первая часть «Аллегро». Вторая часть «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху», версия Вячеслава Семенова. Третья часть «Аллегро». Исполняют лауреаты третьего всероссийского конкурса в Туле Александр Камельков и Денис Коптелов.
Скарлатти, соната фа минор, исполняет лауреат 3-го всероссийского конкурса в Красноярске Роберт Алевитдинов. Thank you.
Гусяков. Соната номер 6. Исполняет лауреат 3-го всероссийского конкурса в Красноярске Руслан Кочкин.
Скарлатти, соната до мажор. Исполняет победитель третьего всероссийского конкурса в Красноярске Алексей Панкратов. Thank you.
Thank you.
Дербенко. Деревенские виртуозы. Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Павел Фомин. Гармония. Нисен. Увертюра «Гелиос». Исполняет дуэт «Фьюжн» в составе Илона Савина – аккордеон и Никита Украинский – баян.
за годом, изо дня в день, солнце проделывает свой величественный путь по небу, освещая тьму и согревая все живое, чтобы затем скрыться в мерцающем закате, а рано утром разбудить землю первыми ласковыми лучами, лучами жизни. Thank you.
этом наш концерт подошел к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!